Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Татьяна Башмакова, канал «Ваша дача». И сегодня делюсь своей радостью. Пришли долгожданные лампы. Сейчас покажу, какие и для чего я заказала. Кто с моим каналом давно, тот знает, что у меня были прекрасные стеллажи. Давно пользуюсь лампами именно мини-фермера. Растения растут прекрасно, но сейчас я, во-первых, вдалеке от своих стеллажей, поэтому все лампы будут висеть на окнах. А во-вторых, сейчас новые лампы комфорт, они уже не красные и не влияют так на глаза. Во всяком случае, не надо их завешивать. Мы так плотно все время завешивали стеллажи, прятались от этого света, а новая лампа у меня одна висит на окне уже больше месяца, full комфорт. Абсолютно с ней именно комфортно, даже в той комнате, где я сплю. Она в 7 часов включается по таймеру и просто будет меня как настоящее солнышко. Я заказала две лампы Bicolor 60 сантиметров, такая как у меня уже есть лампа. Все пришло в идеальном состоянии, как вы видите. Две лампы 120 сантиметров, так как есть два окна широких, они тоже Bicolor. Это для того, чтобы выращивать самое светолюбивое растение. И эти лампы будут не целый день включены. Также заказала два таймера, так как лампы будут стоять в разных комнатах. Сейчас все распакую и покажу подробно. И у меня еще будет две лампы метро full спектра. Для разных растений разные лампы. Еще получила три лампы вот таких под обыкновенный цоколь, которые мы в ближайшее время разыграем на канале. И парочку ламп, таких, которые уже давно любимые, такие, как стояли у меня в стеллаже, на 20 ватт. Ну, сейчас я все лампы покажу вам поближе. Две лампы Bicolor комфорт 60 сантиметров на окна. У меня окна проемом 80 сантиметров. На той лампе, которая у меня есть, я проверила. Прекрасно растут растения, когда ее повесить на высоте 30 сантиметров и засвечивается ровно 50 сантиметров. Растениям, которым надо меньше света, можно даже ставить рядом. Сейчас покажу вам, как она светит. Вот. Лампа выглядит как лампа белого цвета, яркая. То есть это Bicolor, он тоже, Bicolor комфорт, тоже не будет болезненно действовать на зрение. Эта лампа была 30 ватт, лампа метровая и 1,20 м, более мощные, на 50 ватт, и драйвер, соответственно, написано более мощный. Лампы Bicolor у меня будут гореть 2 часа. Утром, 2 часа днем и 2 часа вечером. Будут стоять они на довольно светлых окнах, поэтому этих 6 часов, это я уже из практики прошлых ламп проверяла на окнах и вешала, достаточно для того, чтобы очень цветолюбивые растения хорошо развивались. Какие именно растения, я вам расскажу в следующем видео. А вот лампы full спектра будут гореть у меня по 14 часов, так как они будут стоять, ну, в сравнительно затененном помещении. Под всеми лампами я буду выращивать цветы. Цветы более светолюбивые. И сейчас, так как пришли лампы, я, конечно, посею микрозелень. Микрозелень я буду ставить под лампы Bicolor, потому что все салаты любят яркое освещение, при этом дают хорошие листики. Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен, Ютубе, Рутубе. Дорогие друзья, на этом я сегодняшнее видео заканчиваю. Не пропустите следующее видео с розыгрышем ламп, с подробным рассказом и уже показом, как я закреплю лампы и расположу свои многочисленные растения. До новых встреч!